Глядя на луну, глядя на звезды, глядя на темно-синее небо, я повторяю только одно, что жив человек не единым хлебом. Я где-то там еще не рожден, будущий кувшин настоящей глини. Жду, когда на гончарном круге меня превратят из песна в ныне. Я слышал музыку, слышал музыку в ночной тишине. Слышал музыку, слышал музыку в тебе и во мне, в тебе и во мне. Я говорю о тех, кто рядом, не устаю о тех, кто ближе. Кто-то из них еще танцует, с каждым днем все тише и тише. Рано или поздно из ныне в призна, кто-то из них возносится в небо. Я слышал музыку в ночной тишине. Слышал музыку в тебе и во мне. Я слышал музыку в ночной тишине. Слышал музыку в тебе и во мне, в тебе и во мне. Здравствуйте, мои дорогие! С вами вновь я, священник Анатолий Першин, ведущий телеканала «Союз» и передачи «Лаврские встречи». И у нас вновь в гостях семейство Чековани, отец Георгий и жена его Марал. Здравствуйте. Матушка Мария. Матушка Мария, да? Ну вот, видите, стали матушкой. Как вам в этом? Ничего. Ничего? Нормально, комфортно. А вы в храме тоже поете? В смысле, поем? На клиросе. Да, ну, сейчас в связи с моей работой, у меня времени очень мало, у нас не совпадают графики. И, в общем, сейчас реже поем. И тоже к отцу Георгию, как вот, став вот диаконом, как теперь вот это совмещается? Это у меня такое... Да, с музыкальной деятельностью. Вот у меня тоже, мне же слушать надо и... Ну, вам сложнее очень. И строить. Все-таки вы как священник, а я полусвященник. На мне все-таки не такие обязанности лежат. А когда мой отец-настоятель, протоиерей Антоний Ветвицкий, когда он предложил мне поучиться в семинарии и потом с дальнейшим рукоположением, с планами дальнейшего рукоположения.
И он говорил именно о диаконстве вот, в отношении меня. Говорит, вот священника, говорит, я вас пока не вижу, говорит, и он знаком с нашим творчеством, и вот спасибо ему, что он так деликатно подошел к этой теме, говорит, вот мне кажется, если вы будете, когда вас рукоположат в диаконы, вы сможете совмещать. А вот когда вы станете священником, ну, как бы уже не то, что невозможно, но как бы он сильно сомневался в этом. Ну, вот чтобы конфликт что... не был. Ну, вот тут я исключительно. Касательно меня, да, именно. А вот я смотрю, вот теперь уже вижу многих, ну не многих, но ну, вот и в том числе и у вас, вижу, что даже священники занимаются творческой деятельностью. Ну, слава Богу, хорошо. Ну, значит, это, ну, у вас это уживается? Ну... Или какие-то конфликты там все-таки нет, есть? Нет, конфликтов нет. Нет, да? Может быть, внутренние. Внутренние. Внутренние, ну, там, ну, внутри всегда вот... Некоторые образы уже устарели, допустим, цензор, да? Цензор сидит какой-то, да, вот я сам побаиваюсь вот этого новоначального момента ультраправославия. Сам в себе же побаиваюсь, и вот поэтому очень, если вот уже после воцерковления, если я дописывал песню или начатую когда-то ранее, или же писал заново, то я очень старался аккуратно подойти, чтобы без ярких выпуклых образов, именно православных, песня была. Потому что я уже увидел много ну, не лучших примеров. Когда я как раз вот перед передачей с вами как раз почитал, освежил в памяти слова митрополита Антония Судорского о творчестве. Он там много говорил. И вот одна его мысль мне очень понравилась и как-то определила, где он говорит, что если художник свою работу или свое творчество сделает как это, выражением своей веры, скажем так, не выражением даже, а иллюстрацией. Иллюстрацией. Да, иллюстрацией своей веры, то зачастую это будет получаться халтура. Вот, и как-то я понял, что нужно с этой темой нужно очень аккуратно. И потом вера, она же такая же, она же вот... Она вы знаете, же... вот я вот на этом месте как раз вот немножко борюсь. Ко мне очень много поступает материалов, вы сами понимаете. У нас сейчас уже все пишут на православную тему, все. Ну, неизбежный процесс, я думаю, такой. Ну, да. Церковь расширяется. Да, я думаю... Вот такой немножко неофитский подход. Но потом вот происходит прозрение некоторое. Так, ну, следующая песня, наверное. Да, вот предыдущая и вот, которая сейчас мы исполним, песня, они обе написаны до нашего крещения. Все. А вот последняя, она будет уже... Ну, это уже самая последняя. Ну, не самая. Немножко опередила. Да, да, да. Сейчас мы хотели бы исполнить песню, где... заимствованы были отрывок из духовного стиха старца Николая Гурьянова «Господи помилуй, Господи спаси». Ну, правда, уже в народном варианте. То есть то, что мы услышали в фильме «Остров» из уст, там, из уст актера Петра Мамонова. Там уже перепевка была. На самом деле у старца Николая Гурьянова оригинал немножко отличается. Я потом нашел оригинал. Но мы уже взяли... в основу как бы положили, опели. Да, и переделывать не стали. И вставили в песню, в общем-то. Не весть откуда будет нам чудо, то, чего не знали, но хотели и ждали. Станем ли другими, перекатит поле пилигримы? Станем ли светлее в другом теле? Мама, слушай, хорошо быть воздушным,
над полями, над лесами, облаками плыть куда-то. Ни имени, ни даты, все, что было, сердце позабыло. И не вспомню мармеладову Соню, бедную Лизу не увижу. Петр Достоевский, опостылевший Невский, безымянный Ерик, где твой берег? Мама, видишь, я меняю имидж. Мальчик тонкие пальцы, метит старцы, нервы жилы. Пока живы, а устали, нас и не стало. Господи, помилуй, Господи, спаси, помоги мне, Боже, вот донести. Я так слаб душою, телом так же слаб, и страстей греховных я преступный раб. Братья, сестры, будем ли вместе там, где нету ничего, кроме света, кем мы станем? Там, где с нами только небо, ничего, кроме неба. Только небо. Спасибо, Господи. Да, музыка захватывает, и вдруг она заканчивается. Я вообще очень надеюсь, что эту передачу посмотрят люди. Многие люди о вас первый раз узнают, потому что здесь уже целый пласт смотрит, вот, и вы выйдете. Вот, и я думаю, что вас полюбят и захотят вас услышать. Будет резонанс. Может быть, даже эта передача будет какой-то вашей немножко визитной карточкой, что можно было, будет показывать. Так-то вы снимались в разных передачах, да? Угу. И как вот было? Вот? Ну, на православных вы снимались, да? Нет. На православных нет. У нас только был опыт участия вот в фестивале Александра Невской лавры. Александра Невского. Да? Как он называется? Александр Невский фестиваль, да? Да. Александр Невский. В 2009 году выступали. И что там? Православные патриотические песни. Да. Лауреаты, да? Ну, там как-то так... Там как-то... Развития не было, да? Да, там вот даже не получается. Вот вроде и хочешь, но... А потому что там один раз выступаешь. У них как бы поток. Да. Вот выступил, получил свое лауреатство. Молодец. Отодвинься, дай дорогу другим. И вот я так понимаю, что как-то... И все куда-то потом, наверное, исчезают. Мне кажется, что такой задел хороший. Да, какое-то продолжение должно это иметь. Я-то вот лично сейчас стремлюсь... Сейчас какой-то вот, это у меня получается, как организация такая. Я теперь уже многих знаю, и меня куда-то приглашают, и я просто звоню людям и едем в разных там составах. Вот я с Сашей, с Полей Андреевым, потом я сейчас в Петербурге открыл такую музыкальную гостиную
на улице Матросова, 20. По четвергам мы там собираемся, вот приглашаю вас. Ну, я там вот выступить. Я имел удовольствие один раз быть. А? Я же имел удовольствие один раз быть. Супруга рассказывал. Я вас вместе приглашаю на авторский вечер. Так что искусство действует. И многие думают, мыслящие люди, они все равно приходят к Богу. Конечно, начинают причинно-следственные связи наблюдать. И в итоге... Вот, и я хотел бы вам тоже что-то спеть в ответ. Свою песню про бомжа. Почему-то. Дом и вкусная еда. Только так не будет никогда. Я не бомж, я странник в этом сне. Я иду по краю бытия. Я забыл все то, что нужно мне. Помню только боль, она моя. Тесен мир, как старое пальто. Лестница в подъезде, тусклый свет. Я иду, зовут меня никто. Просто пригласили на обед. Перекрестки всех дорог. Слуги отыскали, говоря: брат, ты голоден, устал, продрог. Встань, иди на пир царей царя. Дремлют в луже звезды, облака. Видно, нужен. Я пойду. Пока. Спасибо.
Спасибо. Такая зарисовка социальная, духовно-социальная нашего времени, можно сказать. Угу. Ну и состояние человеческой души. Дай Бог, что у нас с этого перекрестка всех дорог Господь пригласит к себе на пир. И дай Бог, чтобы мы оказались в брачных одеждах. Теперь-то мы это понимаем, да? Теперь-то да. Уже, можно сказать, не сквозь мутное стекло. Нет. Уже так кто-то... Ну вот, давайте, диалог продолжается. Что вы на это скажете? В смысле, музыкально? Что скажем? У вас... Ну вот у Юры года 3 назад, наверное, была написана песня о вере, надежде и просто о любви. Уже, ну, в связи с воцерковлением. Ну, тоже вот все равно мы вот, ну, приверженцы того, чтобы песня все-таки она была бы человеческой. Угу. Вот, прежде всего. Да, ну, прежде всего. Без патетики, скажем так. Да. Без пафоса. Без, без лозунговости. Ну, такая вот человечность. Для человека. Я понял. Для души. Как только то, что вы спели, вот очень, очень... Да, там же, можно сказать, если так человек посмотрит, он, ну, может и не понять. Что... Ну, каждый поймет свое, да? Но посыл-то все понимают, откуда все идет. Да? Ну, давайте. В каждой встрече радость, добрая весть, слово издалека, живущим здесь, весточку про где-то тебе душа, ветер принесет, чуть дыша. И город накроет дождем, мы подождем первого снега, первой звезды, первых проталин новой весны, того, кто снова споет, а верь, что он нас спасет, надежде до неба дойти и любви, просто любви. Будем тихо-тихо слушать, внимать солнечные дали, припоминать мамины ладони, ее глаза заблестит и капнет слеза, и город накроет дождем, мы подождем первого снега, первой звезды, первых проталин новой весны, того, кто снова споет, а верит, что нас спасет, надежде до неба дойти и любви, просто любви. Слезы мои, слезы, с ресниц роса, плачет мое сердце, плачет душа. Не печальтесь, милые, все впереди, это лишь начало пути. И город накроет дождем, мы подождем первого снега, первой звезды, первых проталин новой весны, того, кто снова споет, а верь, что нас спасет, надежде до неба дойти и любви, просто любви. Долгая дорога куда-то вдаль, и того, что было,
ничуть не жаль, и тому, что будет, еще не срок, впереди великий восток. Если город накроет дождем, мы подождем первого снега, первой звезды, первых проталин новой весны, того, кто снова споет, поверь, что он нас спасет. Надежде до неба дойти и любви, просто любви. Если город накроет дождем, мы подождем первого снега, первой звезды, первых проталин новой весны, того, кто снова споет, поверь, что он нас спасет. Надежде до неба дойти и любви, просто любви. Господи, я расстроился. А то, что передача заканчивается. Все когда-то. Да, вот сидели бы, сидели и говорили. Да. Было бы. Вот. Ну, слава Богу, мы встретились. Теперь будем слава дружить. Вот. Спасибо за внимание, отче. Да. Вы можете передать приветы, поклоны всем, кто вам помогает, кто вас любит. Обязательно. Передаем всем приветы, поклоны всем нашим друзьям, всем нашим родственникам, всем нашим прихожанам нашего храма. В первую очередь нашей маме Валентине. Ну ладно, Божьей всем помощи. Божьей всем помощи. Ангел-хранителю, до свидания. До свидания. До свидания.